задача. Анатолий, а вот 7 августа вы находились в Доме Милосердия в Багалево. Скажите, пожалуйста, что-нибудь изменилось в вашей жизни за это время? Да. Во-первых, я раньше так вот, когда я на трубе был, у меня была цель. Но она нехорошая. Когда я оказался в Доме Милосердия, меня не покидала эта мысль вытворить эту цель в жизни. От этого никому не прибудет ничего. А только темное-черное будет радоваться. Вот. А у вас здоровье лучше стало? Прошлые болячки дают о себе знать. И с возрастом, и те полгода, которые на трубе, около, между труб, это все отразилось. Ну, как говорится, не падаю духом. А куда на данный момент у вас есть цель? Я так понимаю, вы идете к родственникам, у вас с ними наладились, да, отношения? Да. Хочу передать, раз вот это возможно, огромное спасибо. Огромное спасибо. Это даже...